видно, говорит, да? А картина-то не видно. Картину я снимаю. Надо как-то вот так. Ага, да, точно, на фоне картины. Ну вот я считаю, что это музейная вещь. Во всех отношениях, это и в цвете, и композиционная, она очень психологичная. Честно говорю, что у меня идут мурашки по коже. И она гипнотизирует, от нее трудно оторваться. Это совершенно искренне. Изумительная работа.